Так, всем приветик. Мы сейчас едем в обсерваторию Гриффилд посмотреть закат, потому что там очень красиво. Сейчас покажу вам дорогу в Гриффилд обсерваторию. Так, люди уже все на пешеходных дорожках, идут пешком наверх, чтобы закат посмотреть. Дорогу вот так охраняют какие-то офицеры, подсказывают, где парковка, где можно останавливаться. Так. Очень много людей. Нет, наверх мы поднимаемся. Очень много людей. Парковки забитые. Хотя это среда. Наверху есть парковка. Смотрите, все возвращаются туда. Это парковка. А, это парковка? Пустые машины. А, это пустые машины. А вон вход оттуда что-то. Нет, это парк, именно парк Гриффилд. А мы едем в обсерваторию, где красивый... Наверх поднимайся. Вот столько людей. Ну ничего, один раз приедем именно в парк погуляем. Очень много машин. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you know? You never took me seriously. You don't have the time for me. Платим за парковку, стоит $10 паркинг. Сейчас покажу вам. Так, заплатили. Час стоит $10. Сейчас поднимаемся наверх. Мы почему-то подумали, что наверху не будет уже паркинга, либо оно будет еще дороже, поэтому остановились за 2 минуты. То есть сейчас нам нужно подняться вот эту гору. Тут сосны. Воздух очень свежий. И вот такой красивый вид. Надо успеть снять закат. Так, смотрим вид с другой стороны. Красота. Так, это гольф-клуб вот там. Так, вот и обсерватория. Здесь можно посмотреть на Луну, на звезды, на кометы. Это как планетарий наш. Так, вот люди вот так отдыхают, встречают закат. I guess I thought your style might grow on me. You're never really honest, made me guess. And now I want you far from close to me. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome. Broken promises, you got me out of work.
табличка Голливуд, но его плохо видно. Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quick. Обсерватория вот так красиво светится. Конечно, камера не передает всей красоты. Да. Это очень красиво. Этот туман еще больше. Сегодня просто очень сильный туман. Из-за этого знака Голливуда плохо видно. Как бы мы глаза не видим, но на камеру оно не передается. Вот так раньше смотрели, сколько времени. А это, по-моему, основатели часов. Time of the время, да. Да. Это памятник. Памятник солнечным часам. Фото? Нас попросили сфотографировать, и муж говорит, знаете, да, что это за памятник? Они такие, нет. Говорит, это солнечные часы. Он такой, о, sun time. Начали читать, что это. То есть они фоткались, даже не зная, с чем они фоткаются. Лишь бы фоткаться. Тут не заморачиваются с памятниками. Да, увидели вещь, давай сфоткаться. Однако Голливуд вообще не видно. Темно. Вот так. Мы уже идем, потому что у нас уже парковка скоро заканчивается. Тут по серпантину надо ехать, поэтому не хочется по темноте ехать. Так что вот такой у нас маленький влог получился. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока.